보다려. 나대치 국민의힘 장관 각도가 또 불만 사항을 위해서 регион, который непосредственно граничит с правительством руководителей, были в Приморье. Я приветствую поэтому вас как спецпредставителя. Мне хорошо известно, что Приморский край играет ведущую роль в осуществлении стратегии президента Путина по развитию Дальнего Востока. И хочу отметить, что Владивосток и край в целом изменились после проведения саммита АТЭС в 2012 году. Приморье – мощный экономический потенциал, уникальные логистические возможности, имея в виду два международных транспортных коридора, которые соединяют незамерзающие порты Приморья с китайскими провинциями Цзинин и Хилудзян. Соответственно, автомобильные железнодорожные магистрали, которые связывают порты Приморья с Сибирью, с Уралом, с Центральной Россией. Только в беседу. Коротко то, чем...